Наше мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» и посвящено празднованию Дня флага Российской Федерации. В торжественной обстановке 15 ребят получают главный документ в их жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. Все они достигли 14-летнего возраста, и за плечами у каждого уже багаж достижений. Торжественности моменту добавило и присутствие главы городского округа. У вас впереди открыты все двери. Вы можете пробоваться, можете ошибаться, можете падать, вставать заново и совершать новые подвиги. И всегда знать, что у вас впереди целая жизнь. И не просто жизнь, а жизнь в великой стране. Нужно отметить, что в зале царило заметное волнение. 14-летние подростки, которых теперь можно считать полноправными гражданами России, впервые в своей жизни стали героями мероприятия подобного масштаба. В их адрес звучали добрые напутствия и слова поздравлений. Для них – подарки и пожелания. Арина Подопригорова призналась в том, что получение паспорта для нее – это не пустая формальность. Я встала сегодня специально пораньше, в 8 утра, принарядилась, выбрала платье, погладила его, старалась. Потом уже ближе к выходу сделала прическу, подкрасилась и немножко с трясущимися ногами, коленками пошла за паспортом. Душевные переживания испытали и родители, пришедшие поддержать свою дочь Арину в этот волнительный и важный момент. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции сегодня? Слезы счастья были у мамы? Конечно. И сейчас. Ну, на самом деле все очень впечатляет, потому что я вспоминаю свое получение паспорта. Это было по-простому. Я пришел, в окошко получил и ушел. И данное мероприятие, оно меня впечатлило, потому что это на самом деле действительно праздник для нашей дочери. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя даешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия – это мы. Торжественное вручение паспортов накануне важных государственных праздников стало уже доброй традицией в городском округе. Татьяна Горностаева, Сергей Федоров, Первомытищинский.